Здравствуйте, меня зовут Козлова Анастасия. Мне 18 лет, я являюсь студенткой Тверского технологического колледжа. У меня очень много увлечений. Например, сейчас я серьезно занимаюсь изучением иностранных языков. Планирую в совершенстве освоить английский и испанский. Также я веду активный образ жизни. Люблю кататься на сноуборде и роликах. В скором времени планирую прыгнуть с парашютом. На конкурс Miss Tverь я пришла, потому что считаю, что нельзя сидеть на месте. Нужно двигаться вперед, ставить перед собой цели и обязательно добиваться их.